Кстати, на неделе выяснилось, мировое спортивное сообщество как раз не против, если Беларусь монополизирует права на проведение больших соревнований. Вот такое авторитетное мнение Патрика Баумана. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола приехал в Беларусь, чтобы оценить организацию чемпионата мира среди девушек до 17 лет. Но программный разговор с Александром Лукашенко оказался немного сложнее. Да, на первый план вышли проблемы мирового спорта. Ведь нынешний гость также входит в состав исполкома Международного олимпийского комитета и работает со Всемирным антидопинговым агентством. Стороны сошлись на том, что современному спорту не хватает честности и прозрачности. Белорусы не понаслышке знакомы с произволом, имевшим место на играх четырехлетия. Достаточно вспомнить греблю и фристайл. Поэтому Александр Лукашенко высказал претензии к Международному олимпийскому комитету, которые он, как глава государства и глава Национального олимпийского комитета, собирается озвучить и перед функционерами МОК. У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро бронзовеют люди, находясь на этой должности. И я, как руководитель НОК, вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности. Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики. Мы категорически против этого. Спорт должен быть чистым, спортсмен должен заниматься спортом, и подход ко всем должен быть одинаковым.